Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Мировая война отменяется. Раз шар земной в безопасности, можно попинать мяч. Все благодаря двум мужчинам, сумевшим превозмочь себя и преодолев трудности перевода, пожать друг другу руки. А ведь совсем недавно дело шло к самому настоящему мордобитию. У нас не останется никакого выбора, иначе как полностью уничтожить Северную Корею. Этот ракетчик готовит для себя самоубийственный запуск. После того, как Трамп на глазах всего мира отказал мне и моей стране в праве на жизнь, самым беспардонным образом в истории объявив нам войну, мы ответим на это самыми суровыми мерами. Взаимные меры оказались неожиданными. А мы уже помирились. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Зрители, ожидавшие развязки многолетнего триллера, начали задаваться вопросом, а не было ли все это с самого начала комедией. На улицах Гонконга и Сингапура появились добродушные двойники, готовые обниматься и позировать перед телекамерами. Реклама, чуткий уловитель всех настроений и трендов, не могла не отразить счастливые перемены. Но так ли уж все безоблачно? Для начала, в ходе совместной пресс-конференции в Сингапуре, Трамп вдруг проговорился, что на базах в Южной Корее несут службу 32 тысячи американских солдат. Раньше все думали, что 28. Показательно следующая фраза, фантастическая фраза, произнесенная в момент оглашения декларации из 400 никого ни к чему не обязывающих слов. В Сеуле проживает 28 миллионов человек. Вдумайтесь, и это совсем рядом с границей, рядом с демилитаризованной зоной, прямо там. Я к тому, что если бы что-то началось, ну вы понимаете, слышали, наверное, вы здесь могли бы потерять 20 миллионов жизней. Для меня большая честь подписать этот документ, потому что, понимаете, потенциально вы могли бы потерять 30, 40, 50 миллионов жизней. Ах, вот какая теперь математика. При этом исполнение декларации Трамп возложил на двух помощников. Советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря, бывшего директора ЦРУ Майка Помпео. Первый предлагал вбомбить КНДР в каменный век по ливийской модели. Второй – просто ликвидировать Ким Чен Ына с помощью наемных убийц. Вот кто будет надзирать за корейской перестройкой, если товарищ Ын согласится выступить в роли Горбачева. Интересна реакция Китая на предложение Вашингтона заморозить военные учения в обмен на заморозку Пхеньяном ядерной программы. Государственная Global Times рассуждает. Если США остановят совместные учения с Южной Кореей, это будет громадным шагом вперед. В этом случае реализуется китайское предложение равного обмена. Однако с тех пор, как северокорейская угроза перестанет быть угрозой, у Вашингтона исчезнут и основания для продолжения учений и сохранения военного присутствия в Южной Корее. Не просто в Южной Корее, а у китайских границ. Ведь сама корейская проблема возникла только и исключительно как повод размещения военных баз под боком у КНР вскоре после прихода к власти в Китае коммунистической партии. Неужели и здесь намечается полюбовный хэппи-энд? Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Хорошо излагает собака, учитесь. Что-то не очень верится. 27 мая США направили два эсминца в 12-мильную зону вокруг Парацельсовых островов, которые Китай считает своими. На днях на Тайване было демонстративно открыто неофициальное посольство США, что также не могло вызвать в Пекине восторга. Отправка США своих официальных представителей на Тайвань под любыми предлогами – это серьезное нарушение принципа единого Китая, заявил Гэн Шуан, представитель китайского МИДа. Вмешательство во внутренние дела Китая негативно отразится на двусторонних отношениях. Призываем США следовать своим заверениям и исправить ошибку. Вот только ошибки на этом не заканчиваются. Сразу же за тихим тайваньским демаршем должны последовать обещанные Трампом торговые ограничения против китайских товаров на 50 миллиардов долларов, что автоматически ведет к ответным антиамериканским санкциям со стороны Китая на те же 50 миллиардов и означает по факту продолжение торговой войны. Я думаю, вы уже все знаете, мы вводим эти ограничения. Нам пришлось это сделать, потому что с нами поступили очень нечестно. К уже имеющимся точкам китайско-американского противостояния на неделе добавились еще две. Это антикитайские протесты во Вьетнаме и новое обострение в Никарагуа, где в беспорядках погибли уже больше 100 человек.
Никарагуа – важная точка на карте. Ожидалось, что именно здесь китайские инвесторы попробуют построить канал, альтернативный Панамскому. Стройка так и не началась пока, однако интересы США и Китая в этом полушарии, от охваченных протестами Бразилии или Венесуэлы до Мексики, где в июле должен победить президент-социалист, прямо противоположны. Правда, Никарагуа – особый случай. Здесь третий подряд срок у власти Даниэля Ортега, друг Советского Союза и лидер сандинистской революции. На недавних выборах за Ортегу проголосовали 78% избирателей. Вот только сегодня, поддавшись диктату МВФ, правительство сандинистов проводит неолиберальную политику. Приватизация, сокращение социальных расходов, повышение пенсионных взносов. В результате страна парализована баррикадами, а на них плечом к плечу как разочаровавшиеся в Ортеге левые, так и либеральное студенчество, с которым умело работают американские фонды. Как демократические государства, мы должны поддерживать молодежь Кубы и других стран региона в ее мечтах о демократических переменах. В Никарагуа полиция и правительственные боевики убили десятки протестующих за одну попытку выразить мирный протест. Мы требуем от правительства Ортеги начать реформы и призвать к ответственности тех, кто применял насилие. В обстановке глобального кризиса противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира не могут быть устранены никакими декларациями. Всем остальным государствам, большим и маленьким, так же как КНДР, Вьетнаму или Никарагуа, просто в незатейливой форме предлагается определиться, выбрать одну из двух сторон. И в этом смысле эпохальное соглашение, подписанное в Сингапуре, больше всего напоминает предвоенные пакты о ненападении. Настолько же содержательные, насколько и долговечные. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.